Среди любителей по кикбоксингу в 1988 году по версии ИСКА. Ну и профессиональный титул тоже по версии ИКФ выиграл в апреле 99 года. Разные, а в сентябре 2000 года. Ну и профессиональный титул тоже по версии IKKC. Не знаю такой версии, но ведь раз пишут, значит она есть и почитаема в Соединенных Штатах Америки. Тренирует сейчас в Калифорнии, в Баттерфилд. Джон Вашингтон, напоминаю, это бой за титул чемпиона, интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной Федерации Драка. Соперник, земляк. Присутствующий в зале, всю жизнь он прожил в Лас-Вегасе, Альфонсо Алкарес. Также много у него на титульных листах всевозможных версий расписано. Я могу сказать о том, что это действительно герой Лас-Вегаса и в некотором понимании такой местный, знаете, Майк Тайсон. Три раза выигрывал по WKA чемпионский пояс, но по Всемирной кикбоксерской ассоциации версии. Два раза выигрывал пояс чемпиона по версии ИСКА. И еще указано несколько версий, но также сегодня он защищает пояс интерконтинентального чемпиона по версии ДРАКА Альфонсо Алкарес. Сознательную жизнь всю провел в Лас-Вегасе. Чемпион США по версии WKA. Так, давайте посмотрим рекорды. Вашингтон и Алкарес. 36 лет Вашингтону и 30 лет Алкаресу. В принципе, уже старенькие. Длина руки, интересно, 74 дюйма и 60. 27 побед, 10 поражений, 7 побед нокаутом. Возраст, конечно, не в его пользу. Но настроен серьезно, я смотрю. Так, Альфонсо Алкарес. 30 лет. 18 побед, 2 поражения, 1 ничья и 17 побед нокаутов. То есть все бои, которые делали для него, делали так, чтобы он закончил нокаутом. Или действительно у него тоже выиграл последние томительные минуты, даже я бы сказал, секунды. Медленно. Лонгом, ударом лонгом. И повторяем правила, необходимые.
Да. Ритуалу, заведенному издавна. Правила постоянно меняются, но в принципе очень похожие на правила кикбоксинга. Можно атаковать ногами, руками, можно... Правда, как в подобных спортивных дисциплинах, которые рождаются сплошь и рядом, континенты, введены приемы борьбы, и в некоторых случаях еще можно атаковать коленями и локтями. Я уже рассказывал ранее о термине «драка», «пирсинг», так защищены всевозможные эти железные украшения, все смогли снять. Что ж такая пикантная подробность, и американцы с удовольствием, со вкусом показывают, как такой штукой поступать. Но нельзя, это действительно нельзя, потому что травмы могут быть необычайно серьезные. Железные всевозможные украшения снимаются на период боя во всех без исключения единоборствах. Первый раунд боя. Алкарис в желтых.